Сессы повешивали на ретрику. На ретриках сессы развешивать и гоу пиздец. Зера один слоки. Протов кого нету, это тысяч. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, который уничтожит весь Азерот! ГГ-зона, чё стоите? Прямо потеряние природы. И переставлять. Стоп, стоп нам, стоп нам. Стопнули по боссу. И да, бейте, бейте, бейте. Не успели. Перестали по меткам, быстрее. Успели. Чё по меткам? Сейв. Хил. Беги, 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 беги! Лёха, беги, бля! Хил, хил. Хил, бля. Где хилоч? Привет. Рога побежал. Рога прыгает. Позиционно. Пельмени. Имперсик поднял. Женуэна поднимать? Женуэн ганвест... Блядь, наоборот, на... Ганвеста подними жену. Идем. Драгонс, ты вообще нормальный? Давай. Ганвеста подними Женуэна. Я его поднял. Прохильте. Бафы дайте, обновите, 300. Красный, 1000. Умение. Ауди на тебе, красный. Викер ДД зону просто хил его. Хил. По боссу. Умение. Раз. Умирал. Прикольчик.
на мене. Все, поп. Сейчас 38. Топ по боссу. Ждем зеленых. После зеленого будем владеть. Вот видишь, отлетели под. Сразу быстро добили зеленого, пару тычек по профу и пипали на пометку. Босса. Выбежали слуш, все по меткам стали. Может получиться что-то любопытное. Спасибо. Продолжим. Быстрее, быстрее. Вкус как вишенка. Ой, извините. Все, позиция. Вот первый за. Бомба отразит. Точнее, соберитесь. Так лучше вправо прыгайте. Обратно вести потом. Стой, нормально. Нет. Сейчас так. Право, право. Пельмени. Четыре. Все это. Брат, вы уже. Вы уже прижались. Ой, да. Прижмитесь к луже, алло. И залетесь. Пельмени осторожно. Точнее, кто там наперед встал? Женек, вернись. Браска по мне идет. Там лямушка. Отфинуется. Нет. Урон, приедешь. Изи. О, еще одну колбу. Просто по КД падает до куба. Кто еще колбу не получал? Есть такие? Может, Денчик. Че тебе на тебя что-то должен же быть, камень? На мне был. А кто по фантику должен был давать? По-моему, никто не должен был давать. Нет, два лока сказали. Один в локе был, а второй я не слышал. Драгон, может? Ну там дракону и враски, да. Дракону и враски давали. Фанзера не досталось. Да пиздец. Смотри, Мазар, как ты перебустанул жестко. Не знаю, не ощутил. Ты на каком месте? На четвертом. Второго. А был в десятке. Пока за чаем. Это. А сколько времени есть свободного? Это время. Только что же был перекур перед синдрой. Сопроты тикают, и давай там это со мной.
Просто хотел танцы с бумном провести, чтоб меня не выкинуло опять под ласт. Процент. Я видел, Фрост, у тебя, короче, от крит глыбы 35 к 38. Ну, треньки, да-да. А так, да, заебись, ДПС поднял сразу. Ну, типа, я панку только по профу судить. Я раньше там где-то 8-9 был. Сейчас 4, неплохо. Капец, просто снизу рекаунт весь оранжевый. Бедные совы, да? И котик. Вагоны. И розовый, кстати, тоже. Да. Оранжево-розовый. И там так еще пару красных, да, записала. Да. Ну один-то танк. Ну да. И моча на 10 месте. И с рекаунта это как в закат. Как милики, блядь, перегоняют РДДшек на этом боссе на профи. Вообще не представляю. Я даже не представляю, как я тебя перегоняю. Ну, тут если они все время туннелят босса, не свичит. Ну, ты знаешь, это как на Джайне, типа, когда у нас милики в десятку входили, вообще... У меня вопрос, вон она, потому что... Кто в прошлой неделе не убивал сейчас? Я не убивал. Я почти убил, помнишь, на 3% полетел. Меня не пускает кто-то. Капец, сколько вагонов. Пианист, если надо место, могу уступить. Тебе зов не нужен, что ли, Ауди? Хорошо. 24 человека ачивку получили на том боссе. На том боссе, кроме меня. Конечно. Чё, мне в хила, в ДД там? Можно я в ДД спектр? Тут ты в хиле. Там... В хиле? Да. Без хэпала? А, есть хэп. Блядь, ну ладно. Лёх, время на релок у меня будет, нет? Или уже всё стартуем? Да я пока что думаю. Да, иди. Пока что. Воду стапа и кого... Я бы релогнул компьютер. А комп можно? Полторы минуты. 3 минуты у вас есть. Давай. 3 минуты. 3 минуты давай, есть? Да, да, 3 минуты, Outstanding.
Чем? Я на трэша. Дальше это. По перефазе. Бьют босса на перефазе. Только Мозер и Беладон. Все остальные играют по мне. Ну что, не бить надо? Тогда я пойду в портал. Подожди. Кирс, дай этот в Агримар? Дальше. Следующий нюанс. По поводу комнаты, Войт на тебя поставлю. Давай. Метку, походишь, чтобы я смог сидеть там за рейдом. Ага. Войт, это будет портал вначале. Короче, собираемся все на середине сначала, потом бежим за звездочку. По поводу чумы, диспела чумы. Денчик плюс адмирал, плюс... Сейчас команда выпала нам или дэк? Команды. Смотрите по поводу диспела. На ДК диспелить не умею. Проем с диспелом — это смерть. Аркану купить? От человека. Нам это нахуй не надо. Я просто так-то не хотел пиздец. Так, секунду. По поводу валик. Если осквернение смежное, значит по правую сторону, левую сторону лича примерно собираемся. Сзади лича никто не находится, наперед лича тоже, блядь, никто не выбегает. Смежно. Ера, по поводу шамана, Ера дается после первого осквернения. Смотрите, не проебите Еру, чтобы после первого осквернения нон-стопом сразу дали. Ну и в принципе все. С комнаты выходим, осквернение сразу... Кто, блядь, на ком осквернение, на край, все остальные ближе к центру, по краям. Алёш, на перефазе босса бить или по сферкам чисто? По сферам играю, Беладон и Мозер будут по боссу играть. А Белыч дотянет? У него, по-моему, нет рейнджа. Мне кажется, лучше наоборот поставить Фрост, потому что у него шар, да, он шаром бьет, у него он будет... Значит, один Мозер играет и не дотянет. Пишите там, кто на лестнице стоит в белый чат. Бейте и не читу. Глыбой могу. Распредели с Рогой, кто его напуливает. Рога первого, ты второго, Рога третьего. На Войда. Перед этим не стоим. И самое важное, блядь, с ловушек выбивают. Так, по поводу ловушек. Много чего анонсить не буду. Смотрите сами. Где-то, может, и буду анонсить, где-то не буду успевать. Так что смотрите сами. Рыбу еще одну ставлю. И сейчас я добегу. Если можно, звоните, а то здесь вальки любят. Провокатор талант качал? Да, еще на прошлом мече. Ему надо рядом с шаркарями диспелить. Дайте баб по шаману, пожалуйста. Даю проверку на баб. Радиатор. Все, дали. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг?
Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Старайтесь хилить в каз заражения. Мучение сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики послужат доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Шучу. Ты мог ко мне не ломать? Я проморожу вас насквозь, и вы разлетитесь на ледяные осколки. Сфера. Иду. Смотрите, как мир рушится вокруг вас. Не, ну. Сверни. Сверни, сейчас пролезали. Лока прохитил Вальтер. Понял.
вернение по малому кругу. За лечом по малому кругу. Не перед лечом, а за лечом. Валю бьем. По квадрату, по ромбе, по печеньке останы. Адмирал, где ты? Конвейер, ТБР, куха. Уже унесло. Потому? Быстрее, Ганвеста, БР, тупость. Я не выпал. Дивно. У меня фура конченая, пизда. Ладно, бьем. Подойди, блять, к краю резьбе, все. Давай, адмирал, бьем. Вернее, 4 секунды. Френдик, подойди к краю, резник там лока, ебеняк лежит. Это ж валик добивает. По тупости найти. Френдик. Френдик попросил, сместитесь. Френдик, иди сюда. Прохил, прохил, прохил. Лока тоже, мафу. А вот так вот его. Сквернение, пошли оттуда. Верту просил. Азиат. Верту. Пока тут БР. Пока тут БР провокатор. Хил. Блять, скучнее останьте, мне подойдите, чтоб хилы доставали. Да, не. Что за лечат сразу? Хил. Дайте. Хилуйте, прохилуйте. Рейд поднимите. Анвесту, Женуэн, Фрейзик, Диатор. Где, блять, прокил? Ложимся. Ложимся. Адмирал, блять. Ты, сука, проанонсить не можешь, ты вальки, блять, или что? Я... Летишь, блядь, в ебеня, блядь. Какого хуя ты спереди леча стоял вообще? Всем привет. Я на замене. Отхил по боссу, блин, гоните. Полностью весь. Эршамом. Какого хуя 1.8 только в хиле? Фрост, ну неплохо, да? Стабильненько, чисто. Блять, увижу, что еще раз так будет просиливаться осквернение, блять, всем хилам будет. Похую вот. Смотри по глыбе, короче, у тебя больше, а мне воспламенение. Волка, блядь, прохилить не могут, которые в арке улетают. Нихуя вообще. Адмирал, блядь, вперед леча лезет, питает в другую сторону. Какого хуя ты там вообще? Сказал же, блядь, при смежном осквернении за лечом, блядь, по правую и левую сторону. Нет, блядь, надо впереди, сука, оказаться. Проверка на бафы. Сопротов на весь пул не хватит, перебивайте.
Я на твина зайду, понадоблю, скажите. Выкинь. Что выкинуть? Сопрот? Сопрот один. Пускай лича. Бегают, блять, хуй пойми. Дох известный были наконец. 16 минут хватит запрос. Мне бросить ледяную. 16 минут длится лишь. Сколько ты говоришь? Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч. Момент его пол. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Атор, ты, блядь, вообще нормальный, нет? От мили атаки лича сдохну. Послужит доказательством моей безграничной мощи. Да будет так! Герои в атаку! Эту цель я оставлю тебя живым, чтобы ты... Выпить не... Это ноль, блядь. Активнее побольше. РДД. Понял. Катара, брат, или дома. Вот он диспел. Просил. Я проморожу вас насквозь, и вы разлетитесь на ледяные осколки. Пилом прохило. Заберу.
Добивайте. Малому кругу. Малому кругу, сзади бот. Вернение. Невеста. Али. Приоритет. Вот сюда, чей, Локи, отместись сюда, тебя там кто-то прохилил. Прохил. Сову, розы, супер. Кранение не... Кранение на рендже. Залечек. Первая валька была. Две вали. Ромбик печенье. Вернение 5. Прохил рейдер. Ауди прохил. Вот выбу, блядь. Место перса под ним. Какую трогу. Вернение. Вон все заражение. О, хуй, это там гладиатор находился. Стан, дайте. Фанзик, если что, от крайнего уходи. Тебя мозг. Инер по женьку потом дай. Ни разу киньте. Прожмите масс бафы, вообще ни одного бафа нет. Бафы дайте по магам. Сил. Бля, где обзор постоянно, блять, весь ритм. Поднял бафы потом вальки вернее разбежались трея сражайте чем забрал. Два процента улиц. Все.
мало кров. Да, ты бежишь сразу. Жмите аудио. Фаза. Прочел. Рейд от смерти вынес. Шаман, кстати, есть. Быстрее. Голубые остались. Забери, забери. Прокил, все, рейда, блядь. Сверху не выходить. Чистый пристабав, прожмите, пожалуйста. Френзик, твой БР сразу сейчас моментально по ауди. Ауди встаешь только тогда, как мы зайдем в комнату. Еще персика есть. Шаман, встаешь сразу и по нему баф, когда закончим. Аккуратнее, по-моему. Эти прокил. Бафы по нему жатвы. Просиливаем, просиливаем, Калинову спать. Ауди, вставай. Ситери. Беги, босса. Сейчас... Сейчас будем выходить с комнаты сразу. Весь. Денчик. Дошли, блядь. Блядь, не за ним, а от. Ты не виноват, за тобой там теле, тело. Сохранение 5. Пиздец. Такое. Просил. Будет. Скринья. Блять. Вот тут что делает? Мандра это был подбор.
Вернее, 40. Ой. А тут хил, вот все. Зубы по танку. Чёрт. Раньше бы... Опрессируйся. Геру может? Да, Геру. Если второй будет. Помогайте хилить. Пиздец, шаманом костец. Шаманам тяжело. Танка положила. Танк. Вот по гримперчику, гримперчик по мне быстрее. Давай, давай. Не, не. Геру второй же. У Ганвеста БР есть. Шаман, дай Геру. Это по... Ганвеста по Денчику. Это маг. Прохил, прохил. По окончанию комнаты зубы поводу. Куда 5 секунд? 5 секунд куда? Вышли это. Духи. Духи, духи. Да. Ой, блядь. Я думал, у вас адмирал сейчас вайп. Не, был фестиваль, но, блядь, большие лужи разлили. Вот это было жестко. Адмирал кем в рейде был? Я за Лену. А, я думал, Лена. Вправо, она вправо уже не бежит, блядь. В прошлой неделе кто-то там орал, да, там, что, типа, убили через баг, нахуй. Теперь пускай в курсе сил. Второго трая. Уже
Лучше, чем а ты стрим писал? Нет, давай да, это. Да. Пивасу в рот накидаем, нахуй. Петушара ебливая, нахуй. Я говорю, вы хотите атаки дать самых хуёвых полулича, который вообще мог быть. Вытащили. Из-за того, что... Не, Лёх, я, конечно, извиняюсь. Может, он хуёвый, не хуёвый. Но то дичь, которая клеветала, она хоть отсосёт хуй, понимаешь? Ты уж извини меня, честно. Я кинул, блин. Он просто кидал клевету, понимаешь? Ну ты все, лишь с первого трая, блядь, даже не интересно. Со второго. Мне понравилось там. Наконец-то я не упал, блядь, в своем шмоте. Ой, блядь, это было... Я хуй захилил. А там потому что Денчик упал, там уже хуёво хилам было. Да, еще час. Да я слабый, блядь, ча хил, тяжело, блядь, поманить. 265-й еще, блядь. С левым шмотом, блядь. С духом. Я не сейчас будет какой-то перекур? Будет перекур. Ну, я слетаю как раз, ремень сделаю. Просто види, сколько полечу на нам, наверное. Модно меня будет отдать? До 10. Кастер. Нет, первое убийство лича было уже. Идут бонусные ИПы. Так, чё, я торможу стрим и выкидываю его пиво, чтобы он, блядь, еблище своё прикрыл. Да, конечно, пусть он это... Просто ещё скажи ему, в конверте писюн свой отправлено. Неважно какое вообще убийство, хуёвое нет, просто чувак просто попутал хуй с трамвайной ручкой. Ему надо сказать, чтобы защеку взял. Как тебя так это зацепило, мне вот интересно. Давайте. Да потому что этот чувак не прав, у нас дальневосточный рейд и вообще у нас здесь очень достойные ребята, которых я даже не могу плохое слово сказать. Знаешь, и все старались. Собаки ещё лая, раз, ты выслушай, что где-то... я говорю. И все старались, и все получили то, что хотели. А это выродок просто, как обиженка, который просто кто-то там обидел, нахуй, пытается что-то сделать. Старый, это не пиво создал тему на форуме. Да мне похуй, пусть это он вместе... Это пиво создал тему. Конкретно. Вместе с тем, кто создал, пусть сосет. Вот мне похуй, было. Одновременно или по очереди. А по-любому его сучка какая-то. Человек не писал, что типа тема на форуме, здрасте, и так далее. Мне не принципиально, кто будет сосать по очереди, либо одновременно. Глора вам. Я не сбился. Лёха, вот твоя глора. Лёха, ну. И танковская ствол. Он же шем собирает. Весь статик был создан ради этой глоры. Конечно. Все, ДВ распадается. Да. Все, давайте, удачи. Сейчас просто кик-кик-кик-кик-кик. Счастья, здоровья, успехов в личной жизни. Ну, ребята, я был рад с вами познакомиться. До свидания. У нас еще это самое. Почему? Тренировка Джайна. А что, получается, Леха мини-тело еще заберет? Нет. 1875 тебе в голову. Все, давай, мы тебя еще не скоро увидим, друг. Ой, да господи, так. Что там надо? Омон. Все, давай, родителям привет, родственникам тоже. Мы все катали на конкурсе. Я пошел, блядь, победим. Кто первый раз убивает лича, учитывайте. Сколько чего было, интересно? 4 или 5 тел получилось.
Минус один, я считаю тоже. Гладиатор, Враска, Белодон, Фанзер, Денчик рулит. Ой, ты мне прям слух режешь. Позорище, блядь. Вот нубов тащим, вот ради чего. Ага, Денчика жареный. Аж стыдно стало. Да мне реально, мне стыдно, ебать, вот этих нубасов просто тянуть. Да, ну 98 перебил Сотка, нечестно вообще. Я тоже считаю провокацию надо дать. Кто выродил? Дедлайт, дедлайт. Ты читал саму обноута? А чё вот это кусок говна, он каждый пул выпадывается? Да, 100%. Да. Петушара ебаный, нахуй. Лучший конь. Ну чё, хотел как на офи, да? Сколько там, 1% или... Там один был, но я даже нет, 0.90 нам было, если честно. В 3 часа будут на офи первый. Кого? Не забыл. До 3 часов можете курить. Поставьте, пожалуйста, порно, Лоран. Чё, до 3 утра курить? До 3 часов по Москве курить, а в 3 часа первый пуджайн. А, да я все равно на замене уебану. Я, короче, пошел что-нибудь соберу. Да, иди. Ты зря так считаешь, старик. Слагаю старика в рейд. Ну, могу он спалил. Да, только если хил. Нихуя вы вообще просто, я тебе говорю, я чуть не кончил, как вы вообще Лича убивали. Я горжусь вами, ребятишки мои. Эти мои... Нахуй я вам нужен, я вообще... Старый, ты там принял уже. Старый, ты под пивком? В смысле? Я до сих пор его употребляю. Я до сих пор ебашу его. Ты что? При убийстве стопорем. О, ну знаешь, как заходит, ебать? Я знаю, как оно заходит. Бля, братан, жди меня, жди. Остался месяц. Месяц, слышишь, родной? Да, сейчас, секунду. Потом то, что, знаешь, вот это, я упал в кому от алкоголя, мне вообще похуй, я тебя разбужу, я тебе говорю. И будут уже втроем в одной комнате пиздеть. Не, я когда в Челябу приеду, все, мы на ВОВ пропали на неделю точно. Какая нахуй там ВОВ? Старый. В Челябу поедешь, старый. Завтра планируется убивать Джайна, сегодня вспомним, что было, блядь, чтобы завтра пришли и убить. А что не сегодня убить? Потому что завтра планируется. Мне надо ассистент в рейде, во-первых. Во-вторых, множество нюансов. Так, ну помнит, можно не тратить. Если убьешься, так, то тогда можно. Я буду не против. В смысле, ты охуел такие вопросы ГМу задавать? Он сказал завтра, значит завтра, нахуй. Я так прикидываю, остается у Джайны 5%, и Леха говорит так, стоп хил, стоп дамаг. Там кто-нибудь ее добивает, он так 10 000 ГП. 10 000 ГП, да. Бонус. Сегодня просто генеральная, как говорится, репетиция. Но купол первый, чтобы пройти. Все остальное херня. Короче, доходим до первого купола, а потом все в купол убегают. Я хуй знаю, купол там просто. Лех. А можешь потом написать, какие у тебя тайминги идут по ДБМу? Я хочу себе попробовать ДБМ, вот этот, исправить на твои тайминги. Адмирал, ты тут? Миш, у меня есть ДБМ с этими таймингами. Русский. Адмирал! Ау. Это, прыгай, знаешь, в какую хуйню? Рейд 1. Давай быстрее. Давай. Старик, ты раз ходил, нет? Нет. Да хэм будь собирать кто-нибудь? Можешь хэм сам? Т-1
Так, на прошлом КД один купол переживали. На этом сколько там? 13 человек переживало купол. На этом надо сегодня хотя бы, чтобы пережило 20. Бля, подскажите, пожалуйста, как эта хуйня называется, которая на ремень, гнездо это дополнительное? Извечно. Поясная пряжа. А, вот, да, спасибо. Войд, понял, почему тебя Глора? Не, это я отходил. Потому что ты как мейн танк, она тебя попрофитнее будет. Угу. Так. Кто не был на Джайне до с первых 25 человек? А чё, кого не было на Джайне, можно на замену идти? Тебе точно нет. Пускай молодые. Только гладиатора не было. О, Ена. Ена, как дела? Нормально. Чё-то я тебя в Бобовском дискорде давно не слышал. Ну, сказать, наверное, потому что нечего. Так, гладиатор не был. Не думаешь. Ты в курсе тактики вообще Джайны, нет? Что? Гладиатор. Окей. Ну, пусть тренируется. Да у нас есть старик. Так, объясните ему метки второй фазы. И как их надо выносить. Так, все остальные были. Все остальные были, так что это... Принцип. Кстати, бед, вроде но... ЕП за лича не было. Лёха, там Френзик просит, чтобы ты личку прочитал. Что я сейчас сказал? Окей. Алло, гладиатор, поднимись в гостиную. А сколько сейчас за убийство лича начинает? За лича 500. Стандарт 500. В прошлый раз был ФК, поэтому 1000. Да, и контроль, блядь. Просто контроль. Бля, блядь, это, адмирал, у тебя там просто контроль какой-то. Френзик написал? Нет, быстрее. Сейчас прошу. Провокатор тебя лагает или что? У меня... У всех, что ли, залагало, да? Меня тоже залагало. Да-да-да. Нет, как... ачивка, надо было релогаться. Так, дис ебанул. А, это этот пиво, на.